Привет, я Катя. Ну вот, фактически все новогодние праздники подошли к концу, и я думаю, что пора сходить снова в Магнит Косметик и посмотреть на скидки на какие-то наборы. Да, конечно, еще там 14 февраля впереди, 8 марта, 23 февраля опять-таки. Так что, наверное, эти наборы еще будут по стандартной цене. Но вдруг будут какие-то скидки, вдруг будут какие-то новинки. Поэтому я думаю, что полезно будет снова пойти в Магнит Косметик и посмотреть, что же там все-таки есть, какая там обстановка. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны, чтобы не пропустить новые полезные видосики. Ну а сейчас идем уже в магазин. На стенде Stellary нет, к сожалению, никаких новинок, и цены здесь тоже все стандартные, даже туши все по полной цене абсолютно. У Beauty Bomb та же самая ситуация, никаких скидок абсолютно нет, все белые ценники, ну и ничего нового тоже нет. На L'Oreal есть кое-какие скидки на туши, пусть они небольшие, но все-таки они есть, но в целом как-то пустоватенько на стенде, и на удивление Vivienne Sabot стенд тоже как-то пустует, мало чего здесь есть, и а по скидкам вообще единичные товары. Вот, например, коллекция «Цирк» тоже все по полной. Есть скидка на старенькую палетку теней, но не знаю, насколько она уже актуальна. Тональные средства тоже по скидке 600 рублей будут стоить. У Influence Beauty здесь, кстати, вот прям поживее в плане скидок. Здесь много желтых ценников. И пусть там не супер-пупер огромные скидки, хотя вот на некоторые оттенки помад даже 51% скидки. Здесь тоже есть средства по желтым ценникам. Ну да, вот Influence Beauty, конечно, радует. Даже вот палетку можно взять за 789 рублей. Хотя когда-то, помнится мне, это была стандартная цена для таких палеток. Здесь, судя по ценнику, что-то очень бюджетное, но по факту в наличии-то ничего как раз и нет из этого. На Эвелин я вроде как слышала новость от консультантов, по-моему, Золотого Яблока, что Эвелин прекращает свои поставки в Россию. Не знаю, это будет временно или постоянно, но уже как факт сейчас стало очень мало продуктов от Эвелин, и вот такое ощущение, будто вот остатки просто распродают, здесь такие довольно интересные цены, хорошие, но продуктов действительно очень мало осталось в наличии. А тем временем бренд Seven Days очень так хорошо даже процветает, коллекция B Color, мне кажется, стала очень даже популярной и оформлена красиво, единственное, что цены такие, знаете, ну, могут кусаться, но вот с палеточки довольно симпатичные. Сейчас даже тестеры с вами посмотрим, потому что я, по-моему, ни разу не сводчила эти тени и хочу что-то вот посмотреть. Давайте, например, вот такую палетку возьмем и такой вот интересный оттенок. По факту он, конечно, просто такой красивый, золотистый. Так, давайте вот такой мятный. Посмотрим, он уже матовый. И пигментация у него достойная, я вам скажу. Так что очень даже неплохо. И такие палетки стоят по 1349 рублей. Также вот такие палетки есть в наличии. Давайте здесь тоже что-то посмотрим. Мне вот такой вот оттенок бирюзовый какой-то приглянулся, сияющий. Ну, красивые тени, очень мягкие, хорошо наносятся. Кстати, мне очень нравятся вот такие карандашики пастельных цветов. И тоже здесь можно некоторые оттенки найти по цене, ну, не супер выгодной, но все-таки выгодной. Уходовые средства тоже есть, но здесь, насколько я вижу, скидок-то практически нет. В основном просто якобы выгодные цены. Вот можно, например, сыворотку взять за 409 рублей. Но я ни разу такой не пользовалась, не могу сказать, насколько она хороша, но все это выглядит, конечно, очень даже эстетично и приятно. А вот, наконец, мы с вами добрались до наборов, которые остались. Сразу скажу, наборов стало гораздо-гораздо меньше, но вот по цене я вижу, вроде как эта скидка написана, но мне кажется, и до скидок, то есть до Нового года, все стоило точно так же. Такие же все цены, только почему-то написано, что якобы это какая-то там скидка. Вот этот набор точно стоил 609 рублей, 100%, помню очень хорошо. Dolce Milk, вот все еще есть в наличии по такой же цене. На Mixit есть якобы скидка, но, по-моему, никакой здесь скидки нет. Вот маски от Seven Days тоже по 509 рублей также стоили. Мужские наборы, все по той же цене. Ну, короче, ребят, честно говоря, я не вижу никакой разницы в цене, как было, так и осталось. Переходим к уходу за волосами. Я во многих магазинах уже вижу Holy Polly, вот этот вот бренд. Он сейчас очень такую неплохую рекламную кампанию дает. И такие маски здесь тоже есть. По 300 рублей, между прочим, стоит вот такой вот пакетик. А смазка для волос. Все это опять-таки очень мило выглядит, но я вот на себе еще ничего не пробовала. На Pantene есть небольшая скидка.
скидка на некоторые только лишь товары, но вообще в целом, что косметика, что уходовые средства, сейчас Магнит Косметик без скидок особо. Есть небольшие скидки на Эльсев, и мне, признаться, очень нравится вот такая вот маска. Супер бюджетные средства, это, конечно же, чистая линия, и сейчас на нее есть опять-таки скидка небольшая, 20%. Гели для душа в своей основе все без скидок, но вот есть и такие огромные объемы, типа 750 мл Dove за 500 рублей. Также за 500 рублей можно Нивею взять. Ну вот видите, здесь как бы она уже без скидок. Просто 500 рублей, такой огромный объем. И вот такой еще вид есть. Небольшие скидки наблюдаю на Камей. Ну, тоже приятно. Оказывается, в Магнит Косметик есть милейшие просто зайцы за 800 рублей. И он такой, знаете, ну, большой зайка, большой. И маленький за 250 рублей. Вот такое вот милашество. Это я в детском отделе. И здесь очень много наклеек различных. Вот даже есть набор за 189 рублей с холодным сердцем. Здесь и татуировки, и наклейки на ногти, и тату-веснушки. То есть все вместе, прям целый набор. Очень много различных наклеек. Вот такие есть вообще по Гарри Поттеру, даже 129 рублей стоят. В наличии также имеются еще и календари, например, вот такой вот со сладостями. Ну, такие симпатичные, милые картинки. И такие календари стоят по 179 рублей, слушайте, вообще выгодная цена. Уход за лицом. Начнем опять-таки с чистой линии, потому что это самый, наверное, сейчас выгодный бренд, потому что он и так как бы бюджетный, да еще и со скидками. Вообще отлично получается. На стенде L'Oréal, вот сейчас здесь я могу сказать, что реально в 90% случаев нет никаких скидок. Продолжение наборов Dove, Ecolator, Organic Shop. Все такие же цены, как и были. На черный жемчуг нет никаких скидок, зато есть скидки на различные корейские бренды. Вот просто вам стеллаж подснимаю, что здесь есть. Если вдруг вас что-то заинтересовало, можете остановить и посмотреть. Мне очень нравятся бюджетные сыворотки от NovaSweet. И сейчас на них также на некоторые продукции есть скидка. Это приятно. Гели-лаки в Магнит Косметик уже давно, но я как-то не акцентировала на этом внимание. Они, между прочим, здесь есть. И неплохая такая палитра цветов. Единственное, что непонятно, как они реально будут там на ногтях смотреться. Также имеются обычные лаки для ногтей. Например, Golden Rose. Тут некоторые оттеночки даже вообще супер выгодно можно найти по 43-48 рублей. Так в целом 99 рублей они стоят. Ну, 100 рублей. Вот такой тоже красивый перламутровый оттенок. Sally Hansen тоже есть в наличии, и тут даже скидки такие, типа 50%. Цвета симпатичные вижу, вот, например, такой вот какой-то блекленький, прикольный, серебристый, тоже красивый. И тут еще немного наборов, которые доказывают в очередной раз, что ничего по ценам не поменялось.